дари жизнь уже очень много лет помогает врачам спасать детей, спасать от тяжелой, страшной, но излечимой болезни, от рака. За эти годы вместе с нашими друзьями фонда и благотворителями нам удалось оказать помощь почти 35 тысячам детей. Не могла остаться равнодушной. Для меня в тот момент уже не было вопроса, помогать фонду или нет. А был вопрос, каким образом. Я художник-портретист, и мне непременно хотелось быть полезным фонду именно с помощью моего искусства. И у нас родилась идея создать портрет выдающейся личности. Мы поговорили с Наташей Осиповой, и к нашей великой радости она согласилась. Результат перед вами. И, конечно, я с огромным удовольствием жду всех на свои спектакли. У меня за целый сезон их очень много. Можно выбрать на любой выбор. Это классика, неоклассика, это новые премьеры. И с удовольствием, если я приглашаю на премьеру, я обязательно покажу, расскажу, проведу за сценой. Могу, если есть дети, дать мастер-класс по балету, могу привезти за кулисы, могу привезти свою раздевалку, привезти. С тобой можно будет сфотографироваться. Сфотографироваться можно на репетицию прийти, а можно после репетиции. Ой. То есть в любое время. Выпить чай. А вообще, мне кажется, очень интересно. Картин. Я бы, вот, если бы мне вот предлагали, я бы сделала так. Я бы отследила процесс репетиции, как люди готовятся к спектаклю. Например, и выйти на премьеру. Смотреть, как они репетируют, приходить, а потом прийти именно на премьеру и видеть, как вот это происходит. Друзья, у меня просто мурашки по коже. Мне кажется, это невероятно.